Привет! В эфире Радио Ньюс. А в сегодняшнем ролике я хотел бы рассказать о простом, собранном мною недавно устройстве, с помощью которого можно подключить к одному монитору несколько компьютеров. Я работаю в отделе НИИ, который занимается зондированием, и часто бывает необходимо в пределах одного стола иметь и приемник, и передатчик, а соответственно два монитора, и я психанул. Денег у науки нету, а вот старых советских запасов достаточно. Из них я и решил сделать коммутатор VGA-сигнала, чтобы подключать к одному монитору два компьютера. В простейшем случае реализация подобного устройства не требует никакой электроники. Все, что необходимо, это кнопка, которая может переключать 5-6 групп контактов. Потому как VGA-сигнал состоит из трех линий RGB – вертикальной и горизонтальной развертки. То есть 5 линий, необходимый минимум для работы. Есть еще несколько линий для общения с монитором, которые также можно завести на переключатель, но это уже не обязательно. Все собирается по следующей схеме. Все детали были взяты из старого добра. Переключатель на 5 контактных групп я не нашел, и поэтому объединил 2 переключателя по 4, склеив кнопки суперклеем. Такие переключатели можно взять в старой советской технике. Также можно использовать галетные переключатели, с помощью которых можно реализовать переключение 3, 4, 5 и более мониторов, в зависимости от того, какой вам удастся достать. VGA-разъемы лучше всего выпаивать из мозгов сломанных мониторов, ибо там не такие мощные земляные полигоны, и разъем не поплывет до того, как вы его распаяете. С материнок и видеокарт снять гораздо сложнее. Распиновка разъемов следующая. Далее я предлагаю послушать приятную музычку, пока я все спаяю.
После сборки необходимо убедиться в работоспособности устройства, прежде чем заливать все термоклеем. Все работает, поэтому хорошенько проливаем все термоклеем, чтобы разъемы не отвалились и контакты вместе пайки не двигались. Ну а далее склеиваем корпус и подписываем выводы. Правильно подписываем выводы, так как у нас два входа и один выход на монитор. Такое вот нехитрое устройство. В описании к видео я оставлю ссылочки на все схемы и распиновки, для того, чтобы можно было их посмотреть. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вам понравилось, то поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал. А с вами был Андрей. Пока!